31 марта по 5 апреля в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции движение автобусов по муниципальным, городским и пригородным маршрутам в Анапе будет осуществляться в следующем режиме. Утром с 6 до 9 часов, вечером с 17 до 20. В дневное время автобусы ходить не будут. Просим минимизировать поездки на общественном транспорте и не забывать о мерах личной гигиены. Дополнительные разъяснения можно получить в отделе по транспорту и связи по телефону 8 800 61 33 2 44 55.